Во многом треугольник — это базовая форма в мироздании. Треугольник — это самая лучшая форма для сохранения целостности структуры. До появления таких материалов, как бетон, сталь и тому подобных, даже сейчас, в особенности в Соединенных Штатах, у всех домов треугольные крыши, не так ли? В Индии, когда появился бетон, мы начали делать плоские крыши, потому что климат позволяет нам иметь плоские крыши. Но здесь почти каждый дом до сих пор имеет треугольную крышу. Почему же треугольник? Только треугольная форма позволяет достичь максимальной прочности при минимальном количестве материала. Если вам понадобится создать любую другую форму с такой же прочностью, для этого потребуется гораздо больше материалов. Понадобятся более прочные материалы, но треугольная форма позволяет достичь максимальной прочности при минимуме материалов. Поэтому всегда, в любой точке мира, чтобы построить жилище, достаточно двух кусков дерева и земли в качестве основания. И это касается не только строительства жилья. Сам Творец, сама Божественная Рука выбрала треугольник в качестве основной формы, чтобы сотворить вас и мир вокруг. Если вы посмотрите на любую молекулярную структуру, то увидите, что во многих отношениях это сложная совокупность треугольников. Точно так же, если вы посмотрите на человеческое тело на другом уровне, то увидите, что есть нечто, называемое энергетическим телом. Энергия действует и движется в теле определенным образом. В йоге существует всеобъемлющее понимание, определенный способ почувствовать то, как функционирует энергия в вашей системе. Если вы осознанно посмотрите на то, каким образом устроена ваша система, то увидите, что самая основная форма вашего тела — это треугольник. Все каналы нади пересекаются в форме треугольников. То, что мы называем чакрами, на самом деле — треугольники. Нади всегда пересекаются в форме треугольников. Мы называем их чакрами, потому что они символизируют движение. Итак, оранжевый треугольник с окружностью вокруг — это агна-чакра, который является чакрой просветления и знания, познания и восприятия. Потому что йога — это наука восприятия. Йога — это наука абсолютного восприятия. Поэтому Иша-йога использует оранжевый треугольник с кругом — символ абсолютного восприятия. Вы видели то, что называют янтрами? В Южной Индии их очень много. Видели? Шри-чакры и подобное. Янтра, опять же, означает энергетическую форму. Если вы создаете определенные формы, они могут удерживать определенное количество энергии. Все янтры всегда построены из треугольников. Они представляют собой сложную систему из треугольников, потому что именно так устроена энергетическая система вашего тела. Именно так во многих отношениях произошли фундаментальные аспекты существования. Вот почему треугольник.